37 медалей, различные пробы, итог выступления дагестанской команды по рукопашному бою на первенстве СКФО в Ставрополе. Наша сборная стала второй в общекомандном зачете. В копилке республиканской команды 6 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. Победителями зонального первенства стали Абдулхалик Алиев, Рустам Атагимов, Абдулла Абдулаев, Мурад Раджабов, Ахмед Магомаев и Аминат Сулейманова. Поздравляем весь тренерский штаб дагестанской сборной с успешным выступлением. Ну а все спортсмены, вошедшие в тройку призеров, получили прямые путевки для участия в первенстве России. Пройдет оно в Ставрополе с 7 по 13 февраля.